Ампула из набора для зрелой кожи Atomy Absolute. У меня она уже практически закончилась. Видите, здесь на донышке осталась. Она идет такая вот с помпой. То есть выкручиваем, и здесь в пипетку набирается автоматически средство. Одной пипетки достаточно на одно применение. Смотрите, ампула – это самый важный элемент, скажем так, ухода. В нем содержится больше всего средств именно антивозрастных. Я его наносила на шею в течение где-то 1,5 месяцев. У меня эта ампула использовалась с набором базовым Atomy Fame. То есть там 5 средств, я добавила вот это шестое, и у меня была проблема на шее, достаточно уже появились такие выраженные морщинки. И в течение где-то 1,5 месяцев пользовалась этой ампулой, и морщины стали значительно меньше, то есть кожа обновилась уже с меньшим количеством, то есть глубина морщин ушла. Поэтому, если вам еще там до 35 лет, но при этом появляются уже какие-то морщинки, просто добавьте в свой ежедневный уход вот эту ампулу, и морщинки пойдут на убыль. Хорошо очень восстанавливает, рекомендую. Здесь 40 миллилитров. Вообще при ежедневном использовании ее хватает где-то месяца на два. Поэтому пользуйтесь, заказать ее можно отдельно. Так она у нас идет в шестиступенчатой системе для зрелой кожи. Но вот есть и отдельно в продаже, поэтому заказывайте для того, чтобы предотвратить, а не потом уже мучиться лечить что-то, какие-то морщины, которые уже убрать потом сильно глубокие будет проблематично. А в некоторых случаях и невозможно. Ухаживайте за кожей с молоду.